Белая бабочка из семейства белянок. Логично, раз белая, значит белянка, хотя белянки бывают разные. Называется эта бабочка капустная белянка или капустница. Поэт Юрий Энтин оставил нам такие стихи. Вот бабочка красавица, но мне она не нравится. Где бабочка опустится, капуста там скапустится. Ну правильно, бабочка это откладывает яйца. Выходят гусеницы, а гусеницы питаются самыми разными крестоцветными, к которым относится и капуста. И на огородах таких гусениц считают вредителями. Хотя бабочка летает с цветка на цветок, пьет нектар, переносит пыльцу и приносит свою пользу.